выходные не повод сидеть дома, и чтобы потратить время с пользой, можно совершить вояж по спектаклям, концертам и выставкам нашего города. Начать выходные можно в Саровском драматическом театре. В воскресенье 3 марта в 6 вечера все ждут на музыкально-поэтический спектакль по стихам Анны Ахматовой «Ваше Величество, женщина». В Доме культуры и досуга в Неве в воскресенье покажут музыкальную сказку «Летучий корабль». Постановкой занимался театральный коллектив «Люкс» Бориса Созина. Начало в 11 утра. 2 марта в субботу в Доме ученых пройдет концерт камерной музыки. На сцену выйдут музыканты из Москвы и Кирова. Начало в 18:30. Каждую неделю любители салонных игр на несколько часов делятся на две противоборствующие команды мирных жителей и мафиози. И начинается психологическая дуэль, кто кого быстрее обезвредит. Умеете держать себя в руках или читать собеседника как открытую книгу? Считаете себя мастером интриги и гуру убеждения? В эту субботу в 7 вечера отправляйтесь в молодежный центр и докажите это. Приятно провести время можно и в кинотеатре. На экранах кинотеатров анимация «Как приручить дракона 3» – заключительный эпизод известной саги про викингов и драконов. Появление загадочной дневной фурии изменило жизнь острова, и теперь Икинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого. Девушке Три Гэмбл, которая учится в колледже, очень не повезло в ее последний день рождения. За ней гонялся маньяк-убийца в жуткой маске с лицом младенца. И каждый раз, когда он ее убивал, она просыпалась в начале того же дня и проживала его снова. И снова, и снова. Именно такая история лежит в основе фильма с названием «Счастливого дня смерти 2». По ходу дела девушка знакомится с чудесным парнем и готова теперь нежиться в его объятиях. Но не тут-то было. Три снова оказывается заперта во временной петле, да еще и не в своей вселенной, где ее жизнь перевернута с ног на голову. Первая часть этой картины имела широкий успех у зрителей, а вот повторит ли вторая часть судьбу первой, выяснить предстоит, то именно нам. Отправляйтесь в кино и сами оцените эту картину.